Рынок и так называемое общежитие «Вега» – одни из самых проблемных мест в городе. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что пешеходы здесь часто перебегают дорогу в неположенном месте. Как в этот раз, сотрудники дорожной полиции выписали мужчине штраф. Ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрена частью 1 статьи 12.29 кодекса. Ответственность предусмотрена в виде штрафа 500 рублей. Также контроль проезда водителями нерегулируемых пешеходных переходов наказывается по статье 12.18 кодекса в сумме штрафа 1500 рублей. В каких же случаях можно отделаться предупреждением? Обычно с теми, кто впервые нарушил требования ПДД, проводят профилактическую беседу, а уже со второго раза выписывают штраф. Сегодня делаю вам устное замечание, да, по факту вашего нарушения. В следующий раз придется составить на вас административное постановление, будете штрафовать. Так что, чтобы до этого не доводить, соблюдайте правила и ходите по пешеходным переходам. Пешеходы – одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Помните, у вас нет подушек безопасности, и ваша единственная защита – соблюдение правил. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.